чудесная, извечная мечта стать человеком в небесах парящим. Одесского мальчишку привела в когорту всех романтиков не спящих. Как сын земли талантливый во всем, он увлекался, увлекал и верил. Мы на планете для того живем, чтобы рассвет увидеть на Венере. Тернистая, нелегкая судьба счастливой дорогой оказалась. К победе над стихией привела, и многое сбылось, о чем мечталось. Невзгоды и лишения превозмочь, не отклоняясь от заветной цели. Все мелочи отбрасывай прочь, он родину прославил в полной мере. В соратников, в огромный коллектив, в сердца людей умел вселять надежду, что сможем мы, стихии укротив, достичь высот недостижимых прежде. Ракетный двигатель, который он создал, безбрежные просторы покоряет. Все то, о чем он только лишь мечтал, в реальности потомки притворяют. Тот яркий, ослепительный полет фантазии, труда и вдохновения и в новом веке за собой зовет, как эталон для новых поколений.